Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин поддержал инициативу федерального коллеги Бориса Титова об открытии торговых центров. Об этом сообщил его аппарат 27 апреля. Учитывая в первую очередь эпидемиологическую обстановку, которая существует в тех или иных субъектах, в нашем регионе в том числе, как вариант, есть предложение обсудить возможность начала работы тех или иных торговых центров, тех или иных магазинов, которые торгуют непродовольственными товарами. Может быть, есть необходимость обсудить какой-то график их работы. Может быть, не открывать все сразу. Может быть, запустить график работы в какие-то вечернее время или, наоборот, ночное время, чтобы не происходило резкого наплыва потребителей. Титов на совещании с председателями отрасли заявил о необходимости постепенного открытия торговых центров. Пронин считает, что с учетом анализа текущей ситуации это возможно при соблюдении санитарных норм. При здравом подходе, при разумном подходе, при разумных графиках, при разумном, наверное, каком-то исполнении тех требований, которые будут и от Роспотребнадзора, и от других органов власти, это было бы очень важно, необходимо для того, чтобы поддержать наш бизнес. Дело в том, что многие действительно наши предприниматели, многие наш бизнес, который занимается этими и работает в этих отраслях, находится на сегодняшний момент действительно под угрозой. Под угрозой существования, под угрозой своей финансово-экономической стабильности. По мнению рязанского уполномоченного, запрет должен сохранить для детских центров, кинотеатров и других мест, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. Возобновление работы торговых центров позволит избежать их закрытия и убытков арендаторов, а также обеспечить рязанцев требуемыми непродовольственными товарами, подчеркнул Пронин.